пересмотра бюджета соревнования в сумме 906 212 рублей на выполнение работ по отлову и учету содержания безнадзорных животных на территории города Назарово. МБУ УГХ в соответствии с требованием 44 федерального закона по результатам электронного аукциона определен был подрядчик, победитель аукциона, полная одежда города Ачинск. На 23 год планируется выполнить работы по отлову 60 особей. Для сравнения, в 21 году отловлено 112 штук животных на сумму 1 104 600 рублей. В 22 году отловлено 80 особей на сумму 924 556 рублей. В планах 23 года, я сказал, 60 особей. Объем работы определяется по фактической потребности заказчика и населения. Расчет осуществляется за фактически выполненные работы по цене единицы работы. По состоянию на 1 апреля 2023 года подрядная организация отловлена 20 особей.